привет. Сегодня вечер. Едем катать большой круг по Лосиному острову. То, что замкадная часть. Я прям, наверное, подъеду сейчас вовремя. 8 часов намечена катка с ребятами с Вело Лос-Сити. Я, может быть, даже чуть-чуть опаздываю. Наверное, все, кто собрался сегодня катать, уже на месте. Катка будет непростая, поэтому толпы не ожидается. Ну и тоже вдвоем, втроем, наверное, ездить не придется. Вот свои ребята уже стоят. Посмотрите, как мы катаемся. Здорово. Я прям как раз вовремя. Привет. Здорово. Здравствуйте. Что, наверное, все уже? Или еще кого-то ждем? Да, вроде он еще должен быть. Все, мы стартуем. Тут уже сразу видно по уровню катания, как Ярослав заезжает. Зверюга какая пронеслась. Да. Нет, он просто знает дорогу. Ладно, я могу вообще расслабиться. Просто этот добрый попутчик. Как хорошо ветерок поддувает. А я вот вчера не покатался, и у меня немножко так это, ноги восстановились. Полегче крутить как-то. Так, не особо много проехали, уже начинается местами грязюка. Ох, вот песок вот вообще, у меня велик плохо идет по песку. Мне придется, наверное, тут спешиться. Я как циклокроссер пробегу. Опа. О, парни, широкими колесами уже уехали вперед. На маршруте хорошо начинается, весело, мне уже нравится. Блин, такая помойка. Что у нас за люди такие? Если кто отстает, то кричите, не стесняйтесь. Тормознем, подождем. Сейчас едем в сторону области, вдоль ЖД путей, от платформы Лось, в сторону Мойдич. Хорошая дорожка такая, неожиданно.
впереди гудит, гудит колесами Иван. Серьезный дядька такой, плюс 30 может на фете наваливать. Заборчик для здрасте объявления. Шум электрички такой прям андеграунд чувствуется. Асфальт прям хочется навалить. Малек, как там? Если что, говори, сбавим. Строительный мусор, блин. Еле вписался в поворотчика.
ремонтировались мы через Ярославку. Едем мимо торгового центра XL. Короче, как это не удивительно, но Иван на Фете едет самый первый. Я еду четвертым, за мной еще один райдер. Тут прям вообще, конечно, очень интересное такое местечко. Прям хорошая такая дорожка, но местами много пыли. Можно поскользнуться, особенно на моих лысых покрышках. Сегодня, кстати, три ездока с рулем Баран. Ярослав, Тимур, я. Один на Фете и один на МТБ. Такая у нас коллаборация получается. Но я повторюсь, Олег, что прикол в том, что первый едет... Лидер у нас это Иван на Фете. Человек, который 30 плюс, может свободно ехать, особо не напрягаясь. Такое чувство, что по какому-то туннелю прям несешься. Хотя стенка только с одной стороны. Кстати, на удивление, дорожка прям очень хорошая. Редкие волны. Но в целом едет вообще классно. Главное, чтобы самокатчик никакой не летел. Аккуратно, машина. Немножко оборзели мы, но нас поняли.
Тут срочно переключаемся. Почти до конца заскочил. Если бы не Тимур, наверное, я успел бы запрыгнуть. Канализация была. Нормально? А то я переживаю, сейчас я завезем километров за 30. Я, если что, мне главное до локомотива доехать. До этого, до восточного. А там, если что, я на этом уеду. Вот смотри, не знаю, как у тебя. У меня обычно второе дыхание. Сейчас, наверное, на второй открывается. Поначалу тяжко. А вон чувак на фейсе едет впереди. Я смотрел, он таким колесом. Да, и там про него пошутили, что придется под него маршрут построить. А он просто с ним не катал. Асфальт еще ладно, с ним главное, если на грунты поедешь, он с такой же скоростью по грунтам едет. Но здесь дорога вообще шикарная. Я обычно на этом... Через дачи ехали. Забор там. Не, я тут вообще очень плохо знаю дороги, поэтому я ребят, можно сказать, уговорил как мы. Большой круг срезать. А там приходится там улизненькой тропки ехать. Прямо вот так направо. Тут направо. Лучше по одному тут. Я по этой дороге еще ни разу не ездил, вообще шикарно. Ну это как Джипитер, ну не шикарно. Ага. Я просто не ездил. Я катаюсь давно, но я по одним и тем же маршрутам 7 лет езжу. А я в прошлый год весь на тарканку так, туда-сюда, туда. Доехал куда, сидел, разгонялся, уехал там, здесь туда делал. Я справа. Поеду Ивану, спрошу, как дела на камеру. Вот сейчас, наверное, километров, наверное, 30-32 надо ехать, чтобы догнать нашего кэпа. Как у тебя дела? Тут оторвался метров на 200, а так. Нет, стал. Я взял вас вокруг вот этой резинки. Не, вообще пока дорога хорошая. Это тоже корректирует. Ну да. Там один вот за мной есть. Немножко можно километра два сбавить. Тут надо, чтобы кто-то, Ярослав, спереди ехал. Я дорогу не знаю. Машину уступить. Еще бывает, что баны гуляют. В этом месте. Thank you.
такой темп прям вообще прекрасно. Можно отдыхающе ехать. Мы чуток помедленнее будем ехать, чтобы это, в усмерть не устал ты. Нет, таким дорогам как раз нормально, я чуть-чуть подкастом занимался там. Не, по такой, да, и мне нравится, нормально идет. Дорога такая хоть асфальтная, но приходится петлять. В принципе, даже это по кайфу. Держим дистанцию, где-то велосипеда 2-3. И этого прям впритык, что можно и цепануть друг друга. Прям такой гравийный маршрутик, асфальт в перемешку с ямами, песочком, гравием, асфальтной крошкой, лужа. Опа. О, тут вообще прям шикарно. Не знаю, камера, наверное, не передает, но вот этот хвойный запах. Укатанная дорога, грунт поверх асфальта, вообще накатик шикарный. Здесь прям в лесу градусы на 2-3 прям свежее. Да. Такая хорошая прохлада. В тот раз ездили, когда все вместе -то. В этом вообще в Лосином острове прям холодно было. Я такой думал, остановиться что ли, я тут надеть что-нибудь. А выехали прям в город, сразу такая жара. Ну да. Я понимаю маршрутик, а я 7 лет, блин, катался где-нибудь там в парке, Лосиный остров, асфальт, Яуза. Что-то понимаю, такое мини-приключение вечернее.
Так, сейчас я еду замыкающий. Все у меня в камеру попали. О, тоже шикарная гравичка. Как-то тут уже ездил с Иваном. Кстати, мне тут после обзора моего видео один пацан сказал, ну как пацан, пользователь Ютьюба, будем корректно, сказал, что я очередной велофестивальщик на своем говногревеле. Вот как велофестивальщик катает. Вечерочка перед сном, километров 60. Хорошо шуршали камушки под колесами. Какие-то дома виднеются. Какой-то микрорайончик недалеко от Королева. Женщина провожает недовольным взглядом нашу банду. Все прям так. Да. Шумная банда байкеров. Которые едут с одного грязного дела на другое. Я вот так и подумал, что данный тут. Это окрестность Королева. Неплохие такие домики. Относительно новенькие, аккуратные. Фрукты вон. Кстати, сегодня взял с собой на перекус банан и энергетическую печеньку. Силу понадобится, на одной из остановок съем. Затык у нас. Опасно, конечно.
конечно, не люблю, когда так едем. И у пешеходов быстро. Но я слетел на последнюю позицию. Убивать некогда. Еще мы сейчас, наверное, в какой-нибудь парк заезжаем. Сейчас небольшой релаксон. Он всему тоже кайфует, пол силы едет. Как дела? На расслабончике едешь? Пока да. Вон Ярослав услышал про расслабончик и сразу начал накручивать. Нет. Этот канал уже. Он под землей пока. Так, со встречки уйдем. Неожиданно вырвался вперед. Это тут парк какой-то? Или лесопарк? Нет. Это национальный парк Русиные Осы. А, в данный момент ты едешь по Курскому водоканалу. А, фига себе. То есть он под нами, да? Как нет, он справа. Дальше там надо будет сделать одну фишку на КПП. Но я покажу, а вы просто повторяете. Ну, кстати, как объезжать КПП, не показываю. Здесь прям вообще воздух еще лучше, чем когда мы начинали. Прям чувствуется, прям что-то уже отъехали. Тут вода рядом, сосны, елки, вот это все, вот прикинь, вот эту штуку выкопали вручную практически. Ну да, представляю. Сейчас там. Там дальше есть открытые части. Рядом поедем. Тут вообще шикарная дорожка, конечно. Там лучше вот эта собачка. Палочку в колеса не вставила. А то такое бревнышко, спицы не перекусят. Что, много тут людей прямо катается и ходит. Это в этой части. Ну потому что близко к городу, да? Главное, что тут объезжабельно.
машины летают, конечно, тут серьезно. Мне кажется, он даже опаснее, чем вдоль дороги, как обычный. Там, кстати, есть где покупаться, если надо. Не, я не любитель. Бегают, катают, прям очень много людей катается на великах. Девчата проехали. Думал, шоссейничек нет, это МТБ. Лютенький такой. Ну, пошли березка. Был хвойный лес. У тебя по касательной, получается, задели, да? Я перед этим успел еще тетку оттолкнуть, которая на каком-то, типа, ну, каком-то таком велике ехала, типа, как лайф, гуляющий, что-то такое. Просто если бы ей бедро вмерило в ее возрасте, она бы после этого не встала. Гвардия проехала. Я не буду, если хотите, ну, перекур сделаем, поплавайте. Нет, когда найдем? Я обсуждал это, когда поехал. Я, короче, для справки. Едется прям очень хорошо, несмотря на в меру убитую дорогу. Прям вообще шикарный, шикарный такой вечерний лайт. Хорошо, тут не зря меня сюда манило столько лет. Пока я не зашел в вашу группу. А у тебя же гравель еще есть, или что? Или что? Не, у меня шоссейник. Ну, как он шоссейник, но он позиционируется как этот, эндуранс. Узенькие колеса, но такой легкий протектор. Я его пытался как гравел использовать. Но этот больше подходит под такое. Просто по грунтам подъезд. Офигенная тема. Слушай, ну я тогда с тобой съездил по грунтам. Это фигня была. С Ярославом, с Серегой. Вот с Серегой вот то было интересно. Или там вообще прям жесть. Грунты это фигня, вот главное, чтобы не корни. То есть так, когда там вот были корни каждые 20-30 сантиметров, их вообще не перепрыгнешь. Корни, которые просто ты едешь по корням и все, земли там нет. Ну вот, как бы их не перепрыгнешь никак. Да, по ним нужно просто ехать и все. То есть закроешь на скорости и долбишь в конце.
Ну да, когда у тебя на таких участках, на самом деле, не очень. Толстенькие покрышечки, то можно. Слушай, я на шоссере нет. Не, ну я на шоссере тоже пробовал, но это уже не удовольствие. Нет, я удал, если нижние кваты попёр. Так, все там на месте. Если бы тут еще машины не сигали периодически, это вообще дорога мечта велосипедиста. Ну не каждого, конечно, велосипедиста, потому что кто-то по грунтам скучает. Не, я люблю иногда асфальт. Иногда хочется просто вообще не напрягаться и не думать, просто ехать, ехать, вот как сейчас. А по грунтам там все-таки надо это сосредоточиться. На поворотах. Я вот за тобой, когда ехал в прошлый раз, когда этот на Байкозеро, несколько раз были такие моменты. Нет, за мной лучше ездить всегда на расстоянии. Не, ну я не вот прям, как говорится, просто в смысле в направлении за тобой. И едешь такие повороты, и там отломанная елочка такая, как штырь такой торчит из земли. Я вот подумал, на повороте же можно и влететь, напороться. Какие большие, да? Да, в Битцевском парке собачки. Назад, чувак, так и понял. Какие красавцы. Огромные просто псины. Нормально. Но, правда, их постричь, они лохматые. У меня больше. У меня это, Марема, Альфа. Не знаю, ну это который на фото? Да. Но он там маленький. Это так кажется. Я вот вешу 95 килограмм. Он весит столько же. И он не жирный. Вот как-то так. Понятно. Вот здесь прям деревья практически смыкаются. Скучно, маневрировать практически не приходится. Да, пахнет. Вот 22 едем. Такой прям хороший темп. Да, 23. Я... Темп прям такой хороший, я бы сказал, матрасный. Слушай, я в таком темпе могу только ехать. Ну вот. Только ты на фете, а я на сликах. Сейчас, подожди, мне 27. Вот там будет. Ладно, что, ничего не будет. Просто мне будет полегче.
вначале пошли снапрячься. Вначале, да. Сейчас прям вообще хорошо, едешь, так отдыхаешь. Ну, у меня на КПП до КПП, туда-обратно, 42 минуты мой личный рекорд. Но мне это пока ни о чем не говорит. Сейчас, когда проеду, буду понимать примерно. Если что, мы где-то посередине этого расстояния. Дорога, ребята, скажу, вообще класс. То есть это не какой-то парк, не вечерняя Москва, а это прям вот своего рода единение с природой. Только ты посреди этой природы едешь на довольно-таки цивилизованном асфальте, на велике. После такого хорошо будет спать. Это прям такой детокс для офисного сотрудника, который везде сидит за компьютером. Там просто тоже чувак едет, отдыхает. Какая тут природа? Открыл окно. Как тут пахнет? Комаро, чтобы прямо как в деревне. Сидит, сено покуривает. Сейчас уже день будет убавляться, по вечерам будет быстрее темнеть. Нет, самое клевое зимний вечер. Не катал никогда. Я зимой никогда не могу подобрать себе одежду. Мне кажется, что я не смогу подобрать одежду под велик. Я осенью-то уже, я меньше минус 15, ой, плюс 15 уже не катаю. Потому что я не знаю, что одевать. То жарко, то холодно. О, это я могу посоветовать там всего. Ну, все будет. Так, впереди ямище. И потом, получается, выйдем на это, на Щелковское шоссе, да? Да. В Лосиной, на внутреннюю часть. Класс. Офигенно, просто офигенно. Я просто все думал, как-нибудь взять машину, выехать за город, найти бы такую дорогу, а оно тут все рядом, под боком. Да я тебе сколько угодно таких дорог здесь могу построить. Отсюда и до Иванова. По утрам тут вообще еще спокойнее, наверное. Кстати, включая Иваново, Смоленскую, Калужскую. Но у меня жизни не хватит, чтобы везде покатать. А я везде успел. Ему нормально виднее. Ну да. Я в свое время за несколько работал. Но я как бы за разумную экономию, но все-таки, если есть возможность скинуть лишний вес, я это поддерживаю. Не, мы с Ярославом как-то там сиганули с горочки тоже. Он нормально, наверное, до 43, наверное, крутанул он. Где-то скоро надо будет так же объехать КПП, короче, где-то там почти... Вижу, там уже машины мелькают. Если мне что, то нормально.
Не, мы просто, я смотрю, как мы все это оторвались вдвоем от всех. Да, поэтому мы это... Поэтому мы чуть-чуть притормаживали. А сейчас здесь КПП. Будем объезжать. Поэтому сейчас в линеечку и смотрим, как Иван едет. Сейчас будем съезжать с нашей секретной дорожки, поэтому отключусь. Вдоль трассы обочина широченная, что достаточно хорошо. Да, ну это было офигенно, конечно. Мне прям очень понравилось. А с другой стороны идет такой же, только грунтовый. Там поинтереснее. Прям такой хороший вечерний чил. Хорошей скорости, который прям сам для себя может выбрать. Это мой велик. Сегодня я без музыки. Взял свои водички. Тут Ярослав катает на таком шульце. Со злыми покрышечками. Что у тебя за покрышки, Ярослав? Спереди 2,7. Они раздулись из-за ободов. Ага. Ну вот, по внешке 50 миллиметров. Сзади резина стоит 2,25, но ее раздуло до неузнаваемости. 2,4 где-то так вот примерно. Опять же из-за опыта. Ярослав катает в контактах. Такой вот у него руль баран с флайбаром. L2 у тебя, да? Да, L2. А сколько скоростей? 10. Вот это легендарный Фэт Ивана, который валит почем зря. Причем такая маленькая ведущая звезда. В этом, наверное, и секрет, что ты особо не напрягаешься, да? У тебя каденс повыше. 32-я звезда спереди. 32-я. Офигеть, а кажется, как будто вообще 18-я. Может, даже и 30-я, я, кстати, не очень уверен. Мне кажется, 32-я многовато, что-то, наверное, меньше. Нет, то или 30, или 32. Она просто кажется меньше, потому что она офсетная. Не знаю, на камеру, наверное, не видно. Причем я этот велик даже как-то попросил Ивана потрогать, чтобы как бы подержать по весу. Он достаточно тяжелый. Не, это не тот велик, который ты трогаешь. Другой, это да? Другой. Ну, тогда, тогда ошибаюсь. У этого чистый вес на 80-х ободах 15 килограмм. У того, который ты трогал, чистый вес 15,5 килограмм. Чисто это в смысле без барахла всякого, который на ней. Тут стоит колоночка, наверное, килограмм только весит. Ну да. Ну вот велик Тимура. Такой гравиничек, который он посадил на полуслике. Чисто
Не, но это все-таки полуслики. Да, потому что слики это прям вообще лысые, а это полуслики. Тоже на контактах ездит, сзади GRX. Сколько у тебя, 10 скоростей, 11? 11. 11 скоростей. Нормально. И вот еще один наш каталис. Ашан-байк. Все время смотрю, когда мне хочется каратек прочитать, потому что там этот форвард написано, а так это... Мне, в общем-то, как каратек ассоциируется. Это форвард, брат. Ну да, я понял, что мне хочется каратек. Тоже с нами наваливал нормально. Сначала чуть-чуть подотстал, а потом второе дыхание открылось. И все. Причем с таким замком. Это же утяжелитель дополнительный. Это аргумент для этих, для автомобилистов, да? По лобашу сразу пахнет. Это говорит о том, что катать по вечерам можно на чем угодно, было бы желание. Челковского шоссе, куда-то едем в район Абрамцево, а там будем заходить в Лосиный остров. Постояли, поболтали, выпил тонизирующего напитчика искусственно. Бодренько едут. Я что-то немножко замешкался на заправке, пока GoPro включал. Они уже вперед стартанули. Еду замыкающим. Сейчас обратил внимание, все пятеро едем в шлемах. За что всем респект. Независимо от типа велика, от уровня катания. Все едут в шлемах. Ну
немножко грязюки тут, совсем чуть-чуть прям. Дождя немало луж. Можно тут, конечно, наваливать хорошо, но будешь весь в грязи. Ох. Тут надо переключаться на пониженную. Так, и побольше света. Но когда привстаешь, то что там вилки карбоновых колес, что наедешь на ногах, в принципе, амортизации хватает, чтобы ехать не слышать с хорошим темпом. Несколько раз попались какие-то проволоки, арматурины торчащие. Можно тут, наверное, нехило так распороть покрышку. У меня цепь слетела. Такс. Первый раз у меня слетает цепь. Но не страшно. При такой тряске. Да тебе это. Все нормально. Сосульки. Да не, все нормально. Спасибо. Да. Куда она слетела? Колесо? Просто слетело это с переднего колеса. Сейчас все нормально. Растрясло. У меня там просто этот переключатель был, который гасит эти вибрации. Он почему-то переключился. О, сейчас вот пожестче стало, нормально. Вот так вот слетела цепь у меня на кочках.
Хорошо, что я в это время не вкручивал, а то можно было прокрутиться так и потерять равновесие. Довольно-таки тяжело показывать направление поворота, когда ты тормозишь одной рукой, руль баран, и по таким кочкам. Я стараюсь это делать заранее. И резко не тормозить. Хотя еще я рассказываю простые истины. Хорошая тропиночка прям от души. Интересно, так было спланировано или это импровизация Ивана? Лужа! Ох, бля! Чуть-чуть я не проскочил. Хорошие покрышки, но для сухой погоды. Чуть-чуть мокро, и они скользят. Иван тут стремительно отрывается. Вижу только огонек, как ориентир. Все там? Все, да. Переход. Это переход через МКАД? Это переход к полосе. Именно поэтому здесь деревянное покрытие сделано. Фига себе. Я вот не подумал бы, что тут лоси ходят. Ходят, ходят. Часа
на 3-4 ночи все убирают. Я вижу, по Причем эти лоси ходят по лестнице, да? А своих детей на колясках возят Нет, по пандусу. Не, я понимаю, что это правда, я шучу. Шути. Так. Наверное, ни хрена ничего не видно. Но GoPro только то, что пучок света выхватывает. Вот это развлекуха. На самом деле хорошее такое отвлечение от асфальта, чтобы уж совсем прям жизнь медом не казалась, для разнообразия. Не был на этом участке. Подозреваю, что мы едем где-то в Лосином острове. Хорошая ровная дорожка. Уходит прям в абсолютный мрак. Ничего не видно. Вот так вот подсвечу. Сейчас Ивану догоню. Не, я просто подсветить этот дорогу фонарем. Ну, для видео. Да. Так, а где это мы выехали? Это Бабаевский пруд? Офигеть. Не заезжал сюда с этого ракурса. Делаем свет пониже, а то тут встречка частенько бывает. Слева Бабаевский пруд, уже весь порос зеленью. По этой дороге уже 100 раз ездил, только днем. Ярослав вырывается вперед.
посередине. Спереди два человека, сзади еще два. Хороший такой свет боковой. То ли меня, то ли еще у кого-то сзади, кто подсвечивает. Да-да-да, мы втроем, вот все, кто едем сейчас за тобой, все, я думаю, дичь. Мы сейчас до Лося, где встретились, а там на Мытище поедем. Ну ты и наваливаешь, дяденька. Чё говоришь? Ну я видел, да. А я несколько раз порывался догнать, потом думаю, блин, это прям надо в ночь врываться, а там кто-нибудь навстречу поедет. Так, бегут. Осторожно, встречка! Парни на самом деле молодцы, что бегут. И какие-то отражатели. Хоть немножко их видно. А то так можно и влететь в них. Вот тут относительно светло. Дали Ярослав, спасибо. Да. Ярослав нормально там навалил. Да это андроид, это не обращай внимания. И вот страшно было обгонять. Темень такая. Фонаря хватает метров на 80.
А дальше там непонятно что. А зачем тебе смотреть дальше? Блин, а вдруг навстречу кто-нибудь едет на велике без фонаря? Да ладно, проблем. Ты знаешь, что там все. Впереди он видно туман. Опускается на землю. Нормально, сейчас 21:57. Мы где-то, наверное, за 2 часа 30 минут этот кружочек сделали. Сейчас 34. Не, ну нам еще надо до туда доехать. Если не спеша, минут 20, наверное. Это мы еще на заправке стояли. Да. Не, после долгого прогона все равно надо останавливаться. Ну да. Очки прям потеть начинают. Надо что-то хорошее такое взять тоже. С антифогом. Вот, нажми Милоки. 960 рублей, все удовольствие. Оригинальные причины. Строительные, да, они? Еще хороший Норфи. Мы и Окли. Ну, Окли где-нибудь 20-ку стоит, наверное. Ну да, я смотрел, те, которые у меня 38 сейчас. У меня просто днем кататься есть хорошие эти, декатлоновские. Расстрелите ему кто-нибудь колесо, блядь. Мне хватает тебя только перегнать, и я вздыхаю. У меня все так же. Я как бы после того, как тебя обогнал, я сдох. Не, ну надо куда-то деть, чтобы лучше спать. Ну да. Не, я обычно, когда катаюсь с кем-нибудь, мы тоже один-два раза простреливаем. Ну не так быстро. Наверное. Сейчас 26-25, чуть-чуть с горочки. Врубай на
всю, Иван. А? Музыку. Ну, с музычкой прокатимся. Забойный такой музончик. Хорошо видно, прям туман такой. Камера, наверное, не выхватывает его. Но глазом хорошо заметно. Ярослава обогнал на велике, тут же сдох. И он говорит, я тоже сдох. Я на самом деле тоже потратился около моста. У меня заел контакт, я уже минуту выстрелился. Пришлось немного догонять, я чувствую, что не восстановился. Там вообще какой грунтовый участок был. А этот там-то где этот? Да, да, там да. Сложная такая дорожка. Это тяжело чувствовать. Надо как-то это назад посмотреть, оборачиваться, если кого-то нету. Главное догнал. А мы сейчас так это наваливали и там от пруда, и здесь нормально. А сколько? А? Сколько есть спидометр? Ну, я тогда не смотрел, но я думаю, что мы под 40-то с Ярославом разгонялись два раза. Так, направо. Все, домой поехали? Или они решили вступить? Не, ну, они просто не заметили. Едут. Потери бойца, я понял. В конце все равно нас подождут, этой бросики. Можно не, на, можно не наваливать. Придешь на них? Ну давай, да. А, ну я думал догнать их, притормозить. Ну давай. А ты как, нормально? Да. Красавчик. Не, я и там особо не отставал, я просто сзади прицепился и ехал. Молодцом. Я быстрее ехал. Тебе еще этот замок снять, подножку снять, крылья. Нет, и эти. Без крыльев плохо. И ты ПУ камеры поставить, и вообще будешь наваливать в первых рядах. Зовут меня все клинит, тебя то ли Влад. Леша, Влад. Ты же тоже на Мытище, да, едешь? Ну да. Живу с Тимуром, втроем, получается, поедем в Мытище. Ну я в этот раз с Верховку, мне завтра утром на смену, да? Ага. Я сразу сверну там. Ну хорошо. В тот раз что-то тебя не докатал, но сейчас так потихоньку. Ну в прошлый раз там вообще матрас был, да. Не, сейчас раскатались хорошо. Ну, на самом деле, Иван с Ярославом, они в асфальте редко катают. Они в основном по грунтам ездят. Это они так, на встречу пошли и решили прокатить новичков.
там по плану я смотрел, там до этого, до Восточного вокзала 50 километров, сейчас. Ну да. Я переживал, что я 60 километров, на 40 я нормально. Не, ну еще по асфальту едется нормально, что по грунтам, я вот с Ярославом катнул, там грунты, наверное, были процентов, наверное, 40-50. Там все время едешь на полусогнутых стоя, тяжело устаешь. Сейчас вот идем, 30 километров мне показывает. А не, наверное, скачет, вот, 24-25. У меня 28 сейчас, да, пока. Скачет он тут. Ну да, 25 все-таки, я думаю, быстрее едем. Вот сейчас 30-ка. 27 опять. Динамические позиции заходят. Повернуть по грунтам, но парни решили, видимо, по асфальтику проехать побольше. Выезжаем с Лосиного острова, шлагбаум, охрана стоит. Ярославочка у нас слева шумит, сейчас будем переходить ее подземным переходом. Еще чуть-чуть и вернемся на место старта.
этой дороге еще не ездил. Хорошая альтернатива тому маршруту, по которому я езжу. Тоже такая хорошая дорога. Следующий, наверное, будет поворотик направо. И мы окажемся уже до перехода. Скорости показывать повороты и притормаживать. Сейчас надо немножко поупираться в педали, чтобы догнать их. Переход слева. Все, расходимся. А что, можно еще поехать? Я, наверное, домой уже пойду. Не, на самом деле силы есть. Если бы завтра не на работу, можно еще хоть до ВДНХ съездить. Или еще куда-нибудь километров на 10. Средний 23. Не, ну катнули вообще шикарно, прям мне очень я зашло. Я думал, дам всем просраться. Ваня дал всем просраться. Че, я-то сразу не надо. Сволочи издевались надо мной, ехали медленно специально.